Хочет Чичичипи, СССР, да? Гала она называется. Это все для русскоязычных дискотеки. Здесь дискотеки делятся по языковому признаку, да. СССР это для всех, кто из бывшего Советского Союза, из республик Советского Союза. Чуть дальше есть дискотеки, кроме Галы, да, там есть очень много. Есть Тропикс, там англоязычные, в основном англичане и так далее. То есть немножко вот такое разделение существует, поэтому вы можете выбрать любую, вы можете сходить, все очень, как вы заметили, гостеприимные и добросердечные, вас встретят всегда с распростертыми объятиями. Они платные? Главная площадь с правой стороны это...